Здравствуйте, дорогие зрители! Ну-с, вот и собрались мы рассказать вам, что новенького стряслось в нашем мыльном мирке. Начнем с Эдуарда Яниса. Если вы помните, в одной из наших прошлых программ мы рассказывали вам о девице, с которой Эдуарду попался на глаза папарацци. Так вот, девица 26 лет, с которой Эдуарду засветился перед телекамерами, оказалась племянницей журналистки Флор Рубио, женщины, очень известной в телевизионных кругах Мексики. У нее своя радиопередача, в общем, она человек очень такой значимый в этом мире. Ну вот, она сказала, что это ее племянница, никакого романа там нет, просто девица работала с Лалу в одной новелле «Аморес Вердадерус». И все. Ну и вот, она студентка театральных курсов при телевизии. И, в общем, с Янисом они просто добрые знакомые. Ну, может, оно, конечно, и так. Тетке, как говорится, виднее. А может, он ей уроки актерской игры давал. А они репетировали, например, да? Ведь правда же похоже, как вы думаете? Ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Ну, 26 лет уже, в общем, не 18. Вполне возможно, что отношения между Эдуардо и этой девушкой несколько больше, чем дружеские. Тем более, что они оба свободны. Ну вот, теперь у нас история про актрису Иран Кастильо. История состоит из двух частей. Первая, как она пострадала от банды карманников в одном из кафе Мехико. Они украли у нее кредитки, с помощью которых она делала крупные покупки. В общем, вошла в кафе попить кофейку, да? Кредитки у нее свистнули. Не то из кармана, не то из сумки. Но через 2 часа карточки были опустошены, а опознать злоумышленников Иран не смогла. Слишком много там было народу. И один входит, другой выходит, кто-то кофе пьет, кто-то чашки относит. В общем, суета. Ну, что мы можем сказать? Мехико – город, не располагающий к щелканию клювом. Или карманы за шеей, или сумку прижимай к груди, или совершай покупки онлайн, если, конечно, и там до тебя не доберутся вездесущие интернет-мошенники. Ну, другая новость о ней же, более приятная. Иран нашла новую любовь. Она мать-одиночка, воспитывает ребенка одна. Отец ребенка был младше актрисы почти на 10 лет. И, в общем, совместной жизни у них как таковой не получилось. Зато теперь все окей. Сама Кастильо предпочитает о своей личной жизни не распространяться, говорит, что это ее частная, приватная территория, она туда никого не желает пускать. Единственное, что она сказала, это то, что оба они очень довольны своими отношениями. Может быть, даже и свадьба будет скоро, кто знает. Ну что, приятно, когда у людей все хорошо. Просто даже вот радостно за них. Ну, несколько новостей у нас, так сказать, в еще более радостном ключе. Потому что несколько дам у нас оказались беременными. Шанталь Андере ждет ребенка. Не так давно она уже была беременна, но потеряла малыша. И это было очень большим горем для нее и ее семьи. И вот теперь сбилась мечта, и Шанталь опять будет мамой. Поздравляем ее от всей души. По второму кругу беременны Патрисия Монтеролла и Жаклин Бракамонтес. Ну что мы можем сказать по этому поводу? Ну не хотят бабы работать. Вот что мы вам скажем, дорогие зрители? Решили, наверное, женщины пойти на рекорд. У Патрисии уже 2, у Жаклин 1 ребенок, но чем черт не шутишь, даешь 4, 5 и даже 6 детей. Лишь бы мужья прокормили бурно растущее семейство, на всю эту ораву хватило денег. Рождественский сюрприз в полный рост получила Мишель Вьет. Она также беременна от бывшего жениха Кристиана Апарисио, с которым недавно рассталась. Причиной расставания было то, что бывший вел себя агрессивно, и по его вине она потеряла предыдущего ребенка. Ну, вот тебе, бабушка, Юрьев день. Кстати, ничего о бывшем она знать не желает и наслаждается и одиночеством, и своим состоянием. Она говорит, что ой, как хорошо вообще. Ну, короче говоря, Мавр сделал свое дело, Мавр может пойти нафиг. Аура Кристина Гейтнер, которая недавно рассталась после очень скандального развода со своим датским мужем, также наслаждается одиночеством.
и посвящает все свое время своему сыну Демиану. Ну, по крайней мере, он ей не диктует, с кем общаться, как работать, где работать, сколько работать, танцевать или не танцевать, во сколько домой приходить. Ну, в общем, сами понимаете, что свобода, она, в общем, дорогого стоит. Ну вот, а две свободные женщины, свободные от Хорхе Салинаса, его две бывшие жены, раскандалились практически в прямом эфире. Значит, Адриана Катанью, колумбийка, и Фатима Боджо, перуанка, сцепились заочно, правда, слава богу, потому что если бы они сцепились, так сказать, онлайн, это было бы, конечно, сильное зрелище. Так вот, Адриана в одной из программ подняла на смех Фатиму, которую называли бывшей моделью. Адриана поведала со смехом, что никакая это не модель. Вот. И что когда они познакомились, телефонными картами девушка в Майами торговала. И вообще, слава тебе, Господи, она, Адриана, не алкоголичка, не наркоманка и эмоционально стабильна. Ну, в общем, намек вам понятен, да? Означает, что Фатима алкоголичка, наркоманка и эмоционально как раз-таки совсем нестабильна. Ну вот, и вообще, лучше бы шла работать, чем клянчить у Хорхе денег на содержание двух своих сыновей. Ну, естественно, журналисты обратились к Фатиме за комментариями, и та комментарий дала. Не удержалась, сказала, что просто стыд и позор, что эта мухер себе позволяет. И не вина Фатимы, что Хорхе их общую с Адрианой дочь никогда не любил. А сама Фатима была вынуждена эту девочку содержать. А где благодарность, а? Чокнутая баба с лицом трансвестита, вот и все. Ну, что тут скажешь? Сказать, что отношения высокие, это ничего не сказать. Отношения просто на заоблачных вершинах. Просто Эвересты с мамбланами. Сандра Эчеверия говорит о будущей свадьбе с певцом Леонардо де Лозанни. Ей самой, в общем, как таковой, свадьба не особо-то нужна. Ей так хорошо. Она предпочитает свободный союз, когда, в общем, люди ничем не связаны. Но семья у Сандры консервативная и жаждет семейного праздника. Ну, может быть, в будущем такой праздник Сандра им обеспечит. Но пока что как бы планов таких вот, так сказать, близких у нее нет. Ну и последняя новость на сегодня. Хорхе Луис Пила во время пребывания в Мексике хотел встретиться со своей бывшей женой Ямиле Валенсуэла. Она сестра певицы Юри. И Хорхе был на ней женат, когда только-только приехал с Кубы в Мексику. И он даже ей отправлял вот в данный момент вот сообщение, да, смс-сообщение с предложениями о встрече. Вот интересно, встретились они или нет. И еще интересно, что там же в Мексике находятся две его другие жены. Мишель Аннет и Аура Кристина Гейтнер. И даже работают на одной телестудии, на Ацтеке. Вот, может быть, и с ними была встреча на Эльбе. Пошел, так сказать, по местам партизанской боевой славы. Ну, молодец, молодец, не забывает. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Ждем вас в наших следующих программах.